сегодня снимаю видео мои покупки из каталога номер 15. Я уже заказывала новиночки, а теперь вот уже пришел основной заказ. Ну, начну, пожалуй, с самого приятного, с подарков, потому что подарков здесь несколько. Вот такой вот футлярчик для женских штучек, компактный, такого малинового яркого цвета. Ну, в общем, мне понравился, такой классненький, блестященький. Вот, в подарок он пришел гелю для интимной гигиены, а об этом геле, классный, кстати, гель, я рассказывала в предыдущем видео о новиночках. Конечно же, к туалетной воде пришел в подарок кремчик от Demi Moore, My Red. Огромная такая баночка, обалденный аромат. Конечно же, он был зафольгированный. Специально для того, чтобы с вами поделиться впечатлениями, вчера я его протестировала. Ну, с учетом того, что я вообще в полном восторге от этой водички. Крем мне нравится не меньше. У него тонкий такой вот изысканный аромат. Причем я его нанесла вчера после душа и прошло... А ложилась спать, сколько часов прошло? Часа 4-5, наверное. Думаю, интересно, кожа пахнет или нет. Да, вот как будто только нанесла. Понравилось очень. Он такой мягенький, хорошо увлажняет. У него нежирная текстура. В общем, крем однозначно зачетный. Это то, что мне понравилось. Я бы его и так с удовольствием бы, конечно, приобрела. А с учетом того, что он пришел в подарок к туалетной воде Demi Moore, ну, это особенно, это было приятно, скажем так. Потом в подарок за предварительный заказ я получила в подарок вот такую тушь. Это тушь 5 в 1 Малахит. Такого зеленоватого оттенка. У меня есть такая тушь, но уже срок годности, я ее пользуюсь полгода, даже уже, наверное, там больше. И уже я понимаю, что ее надо менять, потому что каждые полгода тушь надо менять. Ну, если вы хотите иметь здоровые ресницы всю жизнь. Она реально классная. И тут просто в подарок. Я не могу сказать, что я часто крашусь зеленым, но бывают такие макияжи, бывают такие образы, когда нужна зеленая тушь. К тому же у меня зеленая шуба. Как раз зеленая тушь, то, что надо. И вот как раз получила в подарок. Классно, скажем так. Это подарки, но это еще не все, потому что я за полцены, как всегда, по премьер-клубу, по серебряному даже премьер-клубу, смогла взять вот такой wellness-пэк для себя. И по подписке «Постоянный клиент» я получила в подарок еще одну коробочку wellness-пэка. Для меня за полцены, для дочки вообще за гривну. Гривна – это налог на подарок у нас в стране. Классно. Очень-очень выгодно получается. Если суммировать одни подарки, это просто. И я как директор не участвую в программе лояльности, поэтому я вам показываю подарки за свои баллы бонуса. Но если вы до уровня директора, или вы просто являетесь сейчас клиентом, да, и где-то у кого-то покупаете косметику Oriflame, обратите внимание, там под каждой баночкой написаны баллы бонуса. Ясно, они для вас, если вы не зарегистрированы, ценности не несут, но вы можете зарегистрироваться, стать консультантом и то же самое покупать себе, а потом эти баллы менять на подарки, потому что за 300 баллов можно получить просто в подарок дорогую туалетную воду. Или там, доплатив буквально смешные деньги, копейки, да, уже за 100 баллов можно взять ту же дорогую воду. Очень выгодно. Поэтому, если вдруг вы еще не являетесь консультантом, а только думаете об этом, пишите мне в личку, пишите в социальные сети, заходите на веб-страничку ко мне. Очень советую. Выгодно, интересно. Сейчас еще акция от Demi Moore. Палитра в подарок, помада от Demi Moore в подарок. Девчонки, если еще нет, ловите момент, обращайтесь, я вам помогу. Буду рада с вами плотнее общаться, сотрудничать, помогать индивидуально, может быть, какие-то советы, рекомендации. Так что пишите. Дождалась любим. Я прям, когда еще сделала обзор 15-го каталога, я пилочку присмотрела. И я прям с таким нетерпением ее ждала, потому что у меня к пилочкам есть такие определенные критерии. Мне надо, чтобы она хорошо пиляла и так далее, и так далее. Я ее попробовала. Как по маслу. Великолепно. Быстро, быстро, классно. Ноготочек гладенький, он не остается шершавым. В общем, зачетная пилочка. И вот здесь вы видите еще пилочка-полировщик. Но ее я не пробовала. Попробую, может быть, в других видео расскажу. Класс, зачетная пилка. Наверное, еще стоит
Точно. Буду сегодня делать заказ, возьму еще. Девочки, по поводу лаков для ногтей. Вчера была на сервисном центре. Фух. Я протестировала лаки. Я о вот этих вот лаках, которые вот новиночка идут, да. Это просто. Я решила еще делать один заказ, и я решила еще дозаказать лаки, и я сделаю отдельное видео по этим лакам. Какие они шикарные. Я видела их на бумаге, но когда я нанесла на ногти розовый, малиновый, они просто улетные. И вот этот вот такой вот, он бирюзовый, интересный. И я накрасила на каждый ноготь разный оттенок. И они вот с... Такое ощущение, что вот эту палитру делали специально, знаете, вот как сейчас модно, чтобы каждый ноготочек разный был. Вот эти вот с бирюзовыми, розовый, ну, в общем, вот тут остальные оттенки. Вообще, мне так понравилось, в общем, я решила заказать все лаки. Потом меня спрашивали, видела ли я вживую помады. Уже видела. Девочки, вот эта самая верхняя, она представлена в каталоге как белая. Она, когда вы ее наносите на губы, она смотрится как бесцветный бальзам. Но в ней такие синие, фиолетовые серебринки, и они сияют, знаете, как северное сияние. Вообще просто, мне очень понравилось. Мы с сестрой были, сестра такая, вау, ты представляешь, на пляж, говорит, водостойкая тушь, вот это, говорит, вместо бальзама губная помада, говорит, как оно сиять на солнце будет, и ты, говорит, будешь, ой, она так интересно сказала, королева пляжа или что-то такое, классно так выразилась. В общем, однозначно, помада очень классная. А, та, которая самая нижняя, если вы ее выкручиваете, она кажется прям темно-бордовой, но когда вы ее наносите, вот я тестировала на руке, она кажется скорее такой сиреневой. Вторая, после беленькой, такая светло-розовенькая, вот она светло-розовенькая, и я думаю, на губах она будет практически бесцветной смотреться, но она светло-розовенькая, вот такая. Ну и две там розовые, малиновые, в принципе, они как в каталоге, вот, ну, у меня такое ощущение сложилось. В общем, понравилось, особенно вот эта бесцветная меня, конечно, заинтриговала больше всего. Ну, я водичку ж брала по очень хорошей цене при покупке набора из кремов и коллаген, а я взяла вторую пару уже этих кремов. Ну, в общем, ничего страшного, полежат срок годности аж до лета 2016 года. Я их использую однозначно. А плюс цена классная, если набором брать. А плюс еще скидка на туалетную воду от Demi-Moore. В общем, все вместе получается, ну, очень, очень выгодно. Вот. Заказала большой объем. Не устояла просто. Большой объем. Цена такая, думаю, почему нет. Положила, пусть лежит. Еще одну очередную зубную щеточку взяла. Мыло. Я их тоже показывала в обзоре новинок. И... взяла еще два, потому что аромат очень-очень-очень мне понравился. Коллекция ограниченный выпуск имеет. Было бы жалко остаться без них. Заказала чашечку такие, еще одну, потому что у меня была одна дизайнерская чашка. Вот в такой упаковочке она идет. Ложечка. Вот такая замечательная чашечка. И у меня была одна, но одна как-то... Ну, с кем-то же обычно чай пьешь, и как-то одна, ну, неинтересно, скажем так, да, даже вот если пришла подружка, кума, сестра, ну, я не знаю, как-то хотя бы две чашечки, да, они такие классные, я, кстати, даже воду пью, вот чаще всего из нее, потому что на сегодняшний день она у меня самая-самая любимая, поэтому я заказала еще, такая классная, очень-очень-очень мне нравится. Ну, дизайнеры что попало не делают, однозначно. Девочки, вы меня не ругайте. Но, знаете, вот этим женским порывом, наверное, контроля абсолютно никакого нет. И я не устояла. В общем, скоро будет видео, как я поменяла цвет. Наверное, я вас сейчас не удивлю, потому что я заказала продукт, который у меня мелькает в видео о покупках очень-очень часто. Это очередной шампунь, крапива с лимоном, большой объем. Аромат классный, промывает классно. В основном я его беру дочке, потому что у него натуральный состав. И у нее не крашеные волосы. Ну, рано еще как бы 15 лет красить волосы. Хотя она просит, в общем, подумывая, может быть, я все-таки и не буду возражать против ее экспериментов с цветом волос. Есть еще много всяких аксессуарчиков. Когда я оформляла заказ, смотрю, а там написано, у меня вот здесь уже два заказа, я успела уже по этому каталогу сделать два заказа, один был даже три, один был предварительный, один я сделала по новинкам еще, когда действовал 14-й каталог,
И когда уже начал действовать каталог, просто сделала заказ. И захожу, а там интернет-предложение. И такая совершенно смешная цена была. Это такой тримпелек для бижутерии. А бижутерии у меня много, и я решила, что ну да, он мне надо. Я еще соблазнялась тогда, когда он был в каталоге. Но уже по такой цене я не устояла. И, конечно же, взяла. Из распродажи, из серединки каталога, вот в Украине, такая мужская шапочка. Это не я брала, это брала моя сестричка, но я взяла показать вам. Хорошее качество, ну, довольно она глубокая и довольно-таки немаленький размер. Перчаточки, тоже вот такое качество. Вот такие, ну, на меня они, конечно, великоватые, они вязаные, такие классные. И шарфик, вот такой вот. Мужской наборчик, и там на него очень такая интересная цена была. Вот у меня сестричка взяла. Опять же, сестричкина, ну, взяла показать, потому что, ну, думаю, аксессуары, знаете, каталог, как правило, не передают. Точно думаю, вдруг кому-то будет полезен. Шарфик, гляньте, какой интересный шарф. А с обратной стороны он такой. Очень интересно, мне кажется... Если где-то, куда-то, мне кажется, очень классно, как женский, так и мужской. Наверное, он все-таки больше мужской, но мы же девочки тоже иногда носим черный, ну, в общем, интересный. И даже если он где-то будет, к примеру, вот так вот, да, к примеру, со светлыми оттенками, мне кажется, будет очень интересно, очень здорово, классно. Такой классный шарфик, в общем, даже я так начала на... Может, тоже закажу, надо подумать. Очень интересно. Гляньте. Вообще смотрится классно так. И опять же, классно. Орифлейм сделала пижамки для детей. Жалко, что не для подростков. Потому что вот сейчас, после съемки видео, иду покупать пижаму ребенку. А была бы в каталоге, я бы заказала. Это пижамка для девочек. Отличное качество, 100% хлопок. Гляньте, какая прелесть. Такая вот пижамка. Вот. Это моей племяшке, крестнице. Ей 6 лет. Вот, взяли такую пижамку. Я, кстати, Мальчукова вчера на сервисном смотрела. Бесподобные. Качество отличное. Хорошие пижамки. Ну и в довершение ко всему. 2 кулечка в подарок. Один биоразлагаемые. Один к косметике, так как я беру wellness, еще и к wellness. Видите, пакетик wellness. Пакеты у меня всегда в изобилии, биоразлагаемые, так что экология будет у нас лучше. Все-таки меньше кулечков будет валяться. Это здорово, это приятно. Спасибо, Oriflame. И браслетик. Вы гляньте, как он изысканно, дорого смотрится. Видите, вот здесь такие металлические перепоночки, которые держат эти бусики в ряд. В общем, такой замечательный браслетик. Буду рада, если видео полезно было, интересно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Очень приятно с вами общаться. Если вы еще не являетесь консультантом, сейчас идет акция Demi Moore, пишите, можно оформить дисконт, подарки, выгодно, экономично, в общем, классно. Спасибо, что были со мной. Пока-пока!